большое, Галина Михайловна. Я вначале, прежде всего, хочу сказать, что документы никакие официальные в Государственную Думу не представлены. Более того, они даже не вывешены на сайте Министерства труда. Поэтому все какие-то материалы Министерства труда представило в правительство, и на основе некоторой информации, которая у нас есть, я выскажу свою позицию. Первое. Министерство труда предполагает сохранение деления на три составляющие – базовую, страховую и накопительную часть пенсии. При этом он снова возвращается к той позиции, которая была до 2010 года – разделение так называемой базовой и страховой части пенсии. На самом деле и другое – это все равно страховая часть, потому что это чисто условно сказано, что а вот эту часть этого мы назовем базовой. Какие из этого следствия? Из этого следствия, что они будут так же, как и до 2010 года, по-разному индексироваться и по-разному увеличиваться. При этом предполагается, что базовая часть пенсии, вот эта часть, она будет финансироваться за счет федерального бюджета. Но это чисто игра слов. То есть федеральный бюджет, пенсионный фонд, извините, как и раньше, будет дефицитен. То есть это означает, что тарифы страховых взносов, которые собираются, не будет хватать на выплату страховой части пенсии. До этого покрытие дефицита называлось источник покрытия дефицита пенсионного фонда из федерального бюджета. Теперь это же покрытие без федерального бюджета будут называть по-другому. Будут говорить, что это мы финансируем базовую часть пенсии. Ну, ничего, по сути, не меняется. В чем опасность выделения этой базовой части пенсии снова? В том виде материалов, как они представлены Минтрудом. Предполагается, что базовую часть пенсии не будут платить работающим пенсионерам. А это сейчас, вот сейчас, на сегодняшний момент, она составляет 3495 рублей. То есть это уже первый момент, за счет чего и за счет кого проводится очередной виток пенсионной реформы. Сделана попытка, это не единственное направление, уменьшить пенсии работающим пенсионерам. То есть все равно косвенным образом, так или иначе, увеличение не впрямую, но пенсионного возраста за счет невыплаты базовой части пенсии работающим пенсионерам. Далее. Увеличивается стаж, необходимый для получения пенсии. Вместо 5 лет, предполагается, будет 15 лет. Это тоже все-таки существенное увеличение в 3 раза. Непонятно, что будет входить в трудовой стаж. Будут ли входить туда так называемые нестраховые периоды, то есть периоды учебы, ухода за ребенком и так далее. И уже 15 лет для некоторых, особенно если не будут входить так называемые нестраховые периоды, то это может создать проблемы для некоторых категорий граждан, особенно для тех, у кого были существенные потери стажа в течение лихих 90-х и 2000-х годов, если была теневая занятость или были периоды безработицы. Опять же, это фактически косвенно приводит к увеличению пенсионного возраста, потому что при маленьком стаже все равно размер пенсии меньше, чем минимальная пенсия и прожиточный минимум пенсионера. Поэтому так или иначе при небольшом стаже осуществляется доплата до минимального уровня. Это либо федеральная доплата, либо региональная доплата. Разница лишь в том, что так человек получает эту доплату, если он не работает, уже начиная с 55 лет или с 60 лет,
А так это будет как бы более длительный период, потому что в любом случае работает он, не работает. После 60 лет женщины и после 65 лет мужчины все равно получают социальную пенсию даже без минимального стажа. И социальная пенсия тоже не может быть меньше, чем прожиточный минимум пенсионера. Поэтому у меня не только по этому вопросу, но и по-другому создается впечатление, что, во-первых, новые предложения разрабатывали не специалисты, те, кто никогда не работал и плохо знает пенсионное законодательство, и как бы предысторию, различные случаи, динамику изменения пенсионного законодательства. А второе, у меня впечатление, что очень плохо знакомы с математикой и с опытом расчетов, потому что никакие из этих предложений, это самое простое, толком не просчитаны. И непонятно, что это дает с учетом законодательства о том, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, и по ней должна быть доплата федеральная или региональная, о том, что есть понятие социальной пенсии, на которые выходят через, после 60 женщины, 65 мужчины, и, в общем, получается, что фактически пострадает от этого в основном какие-то отдельные категории граждан, и военные пенсионеры, которые лишатся права на гражданскую пенсию, потому что одно дело 5 лет выработать стажа на гражданке, а другое дело 15. Вот какие я вижу здесь последствия. Далее. Опять наезд на работающих пенсионеров, потому что если сейчас граждане начисляют себе пенсию, женщины после 55 лет, а мужчины после 60, и это мой телефон. И затем каждый год работы работающего пенсионера пенсия пересчитывается и увеличивается на... Так, если бы вы помолчали... Мои помощники. И на каждый... Давайте я теперь начну с самого начала. Если сейчас работающий пенсионер оформляет пенсию, она производится ее начисление. 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин. Дальше, если пенсионер продолжает работать, то пенсия пересчитывается каждый год и увеличивается на тот объем отчислений заработной платы, ну, соответственно, деленный на коэффициент дожития, который был осуществлен в течение каждого года, который он работает после достижения пенсионного возраста. Таким образом, чем больше пенсионер работает после наступления пенсионного возраста, тем больше у него может быть пенсии. По новой схеме пенсионный возраст, это вот как шлагбаум, 55 лет и 60. Если пенсионер начисляет себе пенсию, то есть оформляет пенсию после 55 и после 60, она фиксируется и больше не увеличивается. Если пенсионер хочет увеличить себе эту пенсию, то он тогда должен от нее отказаться. И тогда будет, по некоторой формуле увеличение. Ну, в совокупности с отказом платить пенсию, базовую часть пенсии, это возврат к тому, что было до 2002 года, когда по 113 закону работающим пенсионерам не платили пенсию. Вернее, не в полном объеме она выплачивалась. И это мы уже проходили. Тогда у нас учителя ушли из школы, нянечки ушли из больницы. Удар это был прежде всего по бюджетной сфере. И мне с большим трудом удалось отстоять полную пенсию работающих пенсионеров, когда
принималась реформа 2002 года. Это единственный плюс был от реформы 2002 года. Это пенсия, полная пенсия работающим пенсионерам и ее ежегодный пересчет в зависимости от дополнительных социальных взносов, которые были сделаны. Все. И это, ну, то есть единственный момент, который более-менее удовлетворяет работающих пенсионеров. И от этого предполагается отказаться, последствия нетрудно просчитать. Либо это будет вообще уход, прекращение работы пенсионеров, либо это будет просто теневая занятость, не будет оформления пенсионеров на работу и вообще не будет никаких взносов. Если пенсионеры при такой схеме без увеличения пенсии будут продолжать работать и на них будут начисляться взносы, то я тоже тут предвижу многочисленные обращения, в том числе и в Конституционный суд. То есть страхование производится, а при этом никакого увеличения пенсии и пенсионного капитала не предполагается. То есть комплекс противоречий с действующим законодательством, с прошлым законодательством и с Конституцией, потому что тут многочисленные случаи ухудшения условий законодательства, ухудшения положений, касающихся граждан, которое произведено задним числом. Теперь, что касается перехода к бальной системе. Ну, формулу хорошо бы смотреть все-таки, когда она представлена, но тем не менее, уже сейчас можно сказать. Условные какие-то. Да? Значит, это тоже возвращение частично к системе, которая была до 2002 года. И примерно, и формула-то они как бы думают примерно ту же самую, где 0,1% за один год стажа. Но тогда ведь это умножалось за заработок последние 2 года или любые 5 лет. И никто не фиксировал заработок через уплаченные страховые взносы, как это делается сейчас. Потому что важно учитывать не какой-то гипотетический заработок, а заработок, с которого уплачены страховые взносы. Потому что основной источник для выплаты пенсии – это страховые взносы. Теперь это вообще непонятно, на что это. То есть, ну вот, есть один сомножитель, он, значит, исходит баллы из трудового стажа. А заработок как рассматривается? Как учитывается заработок? На что его, значит? Откуда его берут? На что его? Что на что умножают? Ну и в целом это абсолютно вопиющая безграмотность в смысле пенсионного законодательства и в смысле, ну вот, математики. Это я уже как экономист-математик говорю. Просто у них будет совершенный разнобой в различных периодах. То есть с различными весами у граждан будет оцениваться разные периоды их работы. И вообще вся... Значит, пенсионная формула не только для тех, кто сейчас выходит на пенсию, кто будет выходить в ближайшем будущем, но для вообще людей на 30 лет вперед. Отдельная формула по периодам до 2002 года, другая формула по периодам с 2002 года там, до 2014, потом с 2014 года. То есть это, ну просто если сейчас две методики, расчеты пенсии до 2002 года и после, то теперь это будет 3. Причем совершенно с разными весами. Поэтому у нас люди будут получать разную пенсию в зависимости от года рождения, в зависимости от периодов изменения его трудовой биографии. То есть разные веса, это абсолютно, ну вот, безграмотно. У нас мы будем все в судах, все в конституционных судах, если это примут, с вопиющей социальной несправедливостью, потому что будут приходить люди и говорят, вот мы вместе работали, она вышла на год раньше меня на пенсию, а я вышла на год позже, почему у нас разные пенсии. То есть это будет до бесконечности. Есть некоторые математические инструменты, функция должна быть монотонная, она должна быть оттестирована на
как бы отсутствие чувствительности к году оформления пенсии. И, ну, в общем, есть целый ряд правил, которые необходимо выполнить для того, чтобы вообще что-то предлагать. На мой взгляд, это, ну, вот, разработка говорит о том, что ее делали люди, которые вот только-только стали заниматься пенсионным законодательством и ничего не знали, что было до них, и что уже испробовали, и каковы были последствия, и, во-вторых, я уже сказала, незнакомые с математикой. И при этом какие решаются задачи? На мой взгляд, задача заморозить пенсии нынешним пенсионерам, занизить пенсии тем, кто будет выходить на пенсию в ближайшее время, а все увеличение пообещать будущим пенсионерам. Предположение, что когда они придут на пенсию, пенсионное законодательство еще изменится несколько раз. Понятно. Я вот сейчас мы перейдем к вопросам, просто я хочу два задать такой. Во-первых, вот вы сказали, если это будет принято, может ли как-то противостоять? Нет, ну конечно. Во-первых, мы сейчас будем, получив документы, в отличие от разработчиков, мы-то считать умеем, поэтому мы просто покажем, каковы последствия на конкретных примерах. Это раз. Вот. Тем более аналогии тут просматриваются, потому что я уже сказала, что очень многие как бы истории, это абсолютно дилетанты просто над этим работали. Да. Ну, это, понимаете, здесь дилетанты, одно дело, когда дилетанты говорят, вот будет так, и придумывают что-то, что еще не было. А тут дилетанты, они придумали уже то, что уже было раньше, только они это еще немножечко ухудшили. Поэтому тут доказательство достаточно легкое, это все было в недавнем прошлом. Это первое. Поэтому мы это все, естественно, будем смотреть, и, может быть, некоторые вещи можно будет убедить и правительство, и Министерство труда еще даже до внесения в Государственную Думу. Я надеюсь. А есть какая-то возможность все-таки улучшить пенсионное законодательство? Нет. И пенсионную как-то... По-моему, я об этом... Какой-то достигнуть пенсионной реформы. Я об этом говорю с... Ну, всегда. Да, с упорством, да. Заслуживающее лучшего применения. Ну, что нужно... Ну, во-первых, надо идти от цели. Главная цель пенсионной реформы, во-первых, пенсии должны быть справедливы, во-вторых, необходимо в целом повысить их размер, потому что все равно объективно пенсии низкие по отношению к заработной плате. Они не дотягивают до 40% по конвенции МОД. Это коэффициент замещения, который должен быть в среднем по стране, и он должен быть по отношению к заработкам конкретных людей, ну, за исключением людей со сверхвысокими заработками. Мы не должны обеспечивать сверхвысокие заработки, но до превышения средней 2-3, это вопрос договоренности, должна быть обеспечена 40% как минимум замещения. Как это конвенция МОД? Конвенция МОД же предписывает именно по категориям, которые вокруг средней заработной платы. У нас этого нет. Это первое, что требуется сделать. Второе, она должна быть справедлива с точки зрения учета количества и качества заработной платы и стажа. Они сейчас тоже несправедливы, поскольку масса противоречий, особенно по тем вопросам, которые были до 2002 года. Это не учет заработка, там ограничение заработка коэффициентом 1,2, это недопустимо. И там должно быть такое же ограничение, как и, ну, вот, будет принято, допустим, по уплате взносов для будущих пенсионеров. То есть как минимум коэффициент должен учитывать превышение над средним, ну, где-то 2 раза, а для тяжелых и вредных работ до 2,8. Если намечается хоть какое-то увеличение периода необходимых
стажа, необходимого для получения пенсии, там с 5 лет, я считаю, что может быть увеличено максимум до 10 лет, и то при условии учета так называемых нестраховых периодов стажа, то есть учебы. Тогда это учеба, уход за ребенком, это можно принять. И что касается обеспечения сбалансированности пенсионного фонда. Ну, совершенно очевидно, что от накопительного пенсионного элемента надо отказываться. Что это те деньги, которые собираются со всех, прежде всего с бизнеса, с малого бизнеса, и изымаются из пенсионного фонда и отдаются финансовым посредникам. И дальше эти деньги обесцениваются, и будущим пенсионерам они не достанутся. Получается, что бизнес платит, вся экономика скидывается. Для малого бизнеса это очень болезненно, вот это повышение взносов. Ну и для среднего и основного бизнеса тоже высокая нагрузка на фонд оплаты труда. От нынешних пенсионеров эти деньги забираются, это очень много, 580 миллиардов рублей. Это одна из причин дыры в пенсионном фонде. И при этом они идут финансовым посредникам. И до сих пор решение по этому не принято. 2013 год финансовые посредники себе отстояли. Весь взносы на накопительную часть пенсии были им отданы. Малый бизнес обложили, увеличили фиксированный платеж в 2 раза для того, чтобы с них получить лишние, как это предполагалось, 40 миллиардов рублей. Это нужно было содрать с малого бизнеса. А подарить 580 миллиардов, то есть практически 15 раз больше управляющим компаниям, прежде всего ВЭБу, управляющим компанией НПФ, это было не жалко. То есть 580 миллиардов надо отдать им, а 40 миллиардов надо содрать с малого бизнеса. Ну так вот и по всем остальным вопросам. Поэтому нужно от этого, безусловно, отказываться. И если только кто-то из граждан хочет сам на себе ставить эксперимент и выбирает сохранение накопительного элемента, он это может сделать. Но уже без всяких гарантий со стороны государства. То есть оно уже не обязано, будет оно и сейчас, в общем-то, не собирается ничего особо, не особенно компенсировать, да, только по номиналу, а доходность оно не обеспечивает. Ну, а на будущее это должно быть риск каждого отдельного человека. Это во многом закроет дыру в пенсионном фонде. Второй источник – это отмена регрессивной шкалы пенсионного фонда и отмена регрессивной шкалы по пенсионным взносам, потому что сейчас до 568 тысяч рублей платится взнос 22% в пенсионный фонд, а после платится 10%. В итоге получается, что люди более высокооплачиваемые не могут себе выработать пенсию, потому что 10% это идет в общую копилку. А с другой стороны, получается регрессивная шкала, что чем выше заработок, тем меньше он отчисляет в пенсионный фонд, тем ниже эффективная ставка. Это тоже одна из причин дыры в пенсионном фонде. Вопросы ваши? Представляете?